Мы должны понимать, что ни одно оружие, ни один арсенал мира не сможет сравниться с несгибаемой волей и духом свободных мужчин и женщин. И наши нынешние соперники лишены этого преимущества. Это должны понимать все, кто прибегает к терроризму и угрожает соседям. Отдельные аналитики утверждают, что США уже находится в состоянии войны с Советским Союзом. Сколько советских шпионов живет среди нас? 52 гражданина Америки взяты в заложники на территории посольства США в Тегеране. Анонимный источник в Белом доме утверждает, что мир в одном шаге от ядерной катастрофы. Господин президент, есть два имени, связанных с проблемой заложников. Раш Кадивар и Касим Джаладин. Только прикажите. Что ж, пора преподать им урок. Больше никаких заложников. Адлер, ты уверен, что полиции можно доверять? За этим парнем есть должок. Он отвернется. Адлер? Рад, что вы с нами, Ганс. Это Мейсон. Можно выдвигаться к цели? Касим сейчас у себя, но его хорошо охраняют. Могу убрать оттуда своих на 15 минут. Надеюсь, ваших много. Достаточно. Приятно иметь с вами дело, Ганс. Давай, Вудсу не терпится подраться. Зачем его огорчать? Время идет, Вудс. Касим ждет, не дождется. Эй, Мейсон, игрушки в багажнике. Решил, что он в безопасности. Вокруг него толпа народу. Но это его не спасет. Адлера, нам обязательно брать его живым. Касим кое-что знает. Остальных можно в расход. Вот и нужный дом. Работаем быстро и жестко. Ганс дал нам 15 минут. Идем. Устроим им новогодний фейерверк. Мейсон, зажигай. Марш, марш, марш! Это Касим! Касим поднялся по лестнице! Касим нужен живым! Быстрее!
Джордж! Он нужен живым! Я его там, легой! Касим. Мы можем. Начинай, Мейсон. Мейсон. Касим стоп. Что-то сказать. Нет. Я только передал деньги. Я не представляю, где Араш. Вы не понимаете ситуацию. Вы же американцы. У вас правила. Вы взяли заложников. Правила изменились. Нет. Он в Турции. Но у него встреча на аэродроме Трабзона. Завтра ночью. Я не знаю. Честное слово. Все их переговоры шифруются. Вот так. Спасибо. Закончишь тут сам, Мейсон. Нет, прошу. Я вам все рассказал. Я что угодно отдам. Нет! Буду злым копом. Как скажешь, Панчерелло. Вы узнали, что нужно. Хадсон, Араш в Трабзоне в Турции.